Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мерзляк Полонский Кир под номером 429. Это старинная греческая задача. Димахар четвертую часть жизни прожил мальчиком, пятую часть – юношей, третью часть – зрелым мужчиной и 13 лет в годах. Сколько лет прожил Димахар? Итак, всю жизнь, сколько это лет, мы не знаем. Но мы знаем, какую часть жизни Димахара он был мальчиком, юношей, зрелым мужчиной, но не знаем, какую часть этой жизни он был мужчиной в годах. Но знаем, что это составляет 13 лет. Как мы решим эту задачу? Поскольку в этой задаче у нас присутствуют части, то примем всю жизнь Димахара за единицу. И тогда мальчиком, юношей, зрелым мужчиной и мужчиной в годах в сумме эти части составляют единицу. Отсюда мы можем узнать, какую часть жизни Димахар был мужчиной в годах. Мы от единицы вычтем сумму 1 четвертая плюс 1 пятая плюс 1 третья. Найдем наименьшее общее кратное 4, 5 и 3. Итак, число, которое делится на 4 и на 5, это число 20. 20 и 3 – взаимно простые числа, поэтому наименьшее общее кратное будет их произведение, а это 60. И тогда приведем наш дробик к знаменателю 60. Шестьдесят делим на 4, получаем 15. 60 делим на 5, это будет 12. И 60 делим на 3, получаем 20. Нам легко сложить эти дроби, потому что их числители первоначально все единицы. Итак, сумма числителей у нас будет 47. Знаменатель 60. 47 шестидесятых. Как от единицы вычесть 47 шестидесятых? Мы один можем представить как 60 шестидесятых. И вычитаем 47 шестидесятых. Знаменатель переписываем в числители разных числителей. От 60 вычесть 47, это получаем 13. Итак, 13 шестидесятых составляет жизнь мужчины в годах. Можем сразу записать, это 13 лет. И сразу табличку заполняем. Итак, 13 лет – это 13 шестидесятых. Как теперь найти число, зная значение его дроби? Нам это число нужно разделить на эту дробь. Чтобы 13 разделить на 13 шестидесятых, нужно 13 умножить на 60 тринадцатых. А это будет 60. 60 лет прожил Димахар. Все, мы готовы записать ответ. 60 лет. Все, мы справились с вами с задачей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы из предложений или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.